что моя беда. Не смотрю я в них больше никогда. Тугая маска, спасение мое, и днем и ночью я вечный раб ее. А что под ней, никто не знает. Hey! Все случится, как всегда, не желая вам вреда. Буду вас я развлекать опять, опять. Посмотреть хотите вы, что под маской новой ваши любовные страшные. Все, смерть. Новый женщин я взглядом покорял, и всю ту же роль я всегда играл. Их любопытство травило душу мне, как капля яда в излюбленном вине. Это мой первый раз за мой 12 лет жизни. Все нормально. Все хорошо. Дело в том, давайте попробуем. Это первый раз ты выступаешь, ничего особенного. Потом привыкнешь, дома попоешь потихонечку. Меня Ратмир зовут. Ратмир. Да. Будешь петь потихонечку. Нет, надо сначала выучить потихонечку, а потом уже эмоции дать. Сначала ноты, а потом эмоции. Так это договорились? Договорились? Да. Молодец. Ты будешь всему миру кумир. Тогда вас вперед, и тебя полюбит народ. Пикировать надо, молодой человек. Нет, надо. У нас творческая... Ну, одну песню давай. Хорошо. У нас творческая лаборатория, поэтому мы можем... Если человек подходит и спрашивает, что не так, что не эдак, мы всегда подскажем. Сейчас мы при всех это ему сказали. На самом деле мы стараемся это говорить, чтобы люди не стеснялись. Но он сам сказал о себе. Товарищи, для тех, кто пытается петь под фонограмму, значит, дома на полную мощность звук врубаешь, вот так же, как тут. Потому что если вы тихонечко в наушнички будете тебе включать, а потом что-то ты тихонечко напевать, а потом выйдете сюда... Обязательно ошибетесь. А я против. А Баба-Яга против. Почему? Потому что он сначала должен выучить первый текст,
Второе, музы, то есть ноты выучить, а потом все это пропевать тихонечко, а потом уже с фонограммой. Фонограмма это уже в конце в самом. А если ты будешь, ты себя не будешь... И самое главное, записывай все, что ты поешь на тот же самый телефон, и потом слушай, что ты там напел, и ты услышишь то, что ты неправильно поешь. Ладно, хватит тут. Все, хватит. Давай. Все, поехали. Я поставил уже. Поставил, да? Да. Сейчас. Так. Можно это будет не ремикс? Спасибо. Это не ремикс. Нам повезло сегодня. Микрофон я убрал немножко, мне без него легче будет. Нельзя без него. Нельзя. Да, к сожалению.